Первым вопросом повестки заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которая состоялась накануне, стала организация мероприятий по особо противопожарному режиму, который введен в округ 20 июня. Продлится он на Ямале до 1 октября. Введение особого противопожарного режима предусматривает ограничения на пребывание людей в лесах, а также на въезд туда транспортных средств, установление запрета на разведение костров, сжигание сухой травы, мусора. На заседании комиссии обсудили меры по обеспечению особого противопожарного режима. Провести инструктажи с персоналом о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и проверку состояния первичных средств пожаротушения, а также систем пожарной сигнализации. Состояние первичных средств пожаротушения стало вторым вопросом для обсуждения на заседании комиссии. Представителями противопожарной службы по результатам проверки были высказаны замечания по состоянию пожарных гидрантов в 1, 5, 6, 7 и 10 микрорайонах. 20 пожарных гидрантов расположены на расстоянии более 2,5 метров от края проезжей части, что не соответствует нормам. 3 пожарных гидранта находятся в неисправном состоянии. В настоящее время проверка закончена, то есть в целом по городу. И изначально перед проведением весенней проверки направляли всем руководителям организации письма, в которых было указано привлекать сотрудников Федеральной противопожарной службы, то есть с участием. Ни одна из 13 организаций, по словам пожарных, не приняла участие в контрольном объезде и не спешит реагировать на замечания по результатам проверки. На комиссии было озвучено, что решение по данному вопросу будет принято в ближайшие сроки. Еще одной темой заседания стало подведение итогов тактика специального учения, проведенного 17 июня на территории водозабора. Учения выявили недочеты во взаимодействии и организации ликвидаций последствий чрезвычайной ситуации. Была дана информация о том, что площадь возгорания 200 метров. Тем не менее, ИДДС восприняла это как 20 метров. По словам Сергея Мирончука, все недочеты взаимодействия структур, ответственных за организацию тушения пожара и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, будут отработаны и учтены в будущем. В целом, результаты прошедших тактико-специальных учений члены комиссии признали удовлетворительными. Елена Хиль, Денис Гонцов, новости Губкинского.